Здравствуйте! Всем известно, что ивановский текстиль славится отличным качеством и недорогой ценой. Мы с мужем решили заказать постельное белье в интернет-магазине, сделали заказ, нам позвонили буквально через пару часов, и уже через 2 дня постельное белье было у нас дома. Начинаем открывать! Ух ты, как интересно. Сразу хочу отметить, что упаковано в картонную коробку, что не позволяет изделию повредиться. Достаем. Здесь товарный чек с суммой. Итак. Из Иваново с любовью. Вот такой комплект постельного белья мы заказали. Расцветочка такая незамысловатая, но очень интересная и, я так считаю, что яркая. Приятненькая такая, да? Приятненькая, да-да-да. Именно такую и хотела. Итак, сейчас найдем, где здесь нам ножом скрывай добыть нашу добычу. Полиэтилен или какая-то? Да, это вот очень плотный полиэтилен. Тоже очень хорошая защита. Так. Угу. Так. Сделано в Иваново. Итак. Ткань наша называется поплин. Это 100% хлопок. Очень хочется его раскрыть и уже постелить. На ощупь очень приятная, очень такая нежненькая и плотная, что очень важно, потому что постельное белье мы стираем очень часто. Я думаю, что прослужит она нам очень долго. Наволочки я заказала большие, потому что обожаю большие подушки. Итак, раз, два, три. Ух, какое оно большое. 4. Отправляем в стиральную машину. Ну вот, наконец-то мы постирали наше постельное белье и приступили к глажке, чтобы увидеть ровность швов, чтобы увидеть, не покосилось ли оно. Начнем! Ну, даже в первые минуты я могу увидеть, что рисунок совершенно сохранился, то есть он такой же, каким мы его и купили, и какой он был до стирки. Все линии четкие, все линии ровные. И вообще очень приятно гладить новое постельное белье, на котором мы сегодня будем уже спать. Я уже доглаживаю наш пододеяльник и вижу, что все швы остались на местах, и ткань нигде не покосилась. Это значит, что ткань хорошего качества, и она долго нам прослужит. Ну вот мы наше белье наконец-то постирали, учитывая температурный режим. Погладили, потому что перед первым применением, конечно же, необходимо его прогладить. И в конце нашего обзора хотелось бы выделить самые важные аспекты при покупке постельного белья. Первое – это, конечно же, отношение продавца. Быстро отвечает на сообщения, то есть быстро реагирует и быстро доставляет. Так как мы живем в Петербурге, постельное белье, еще раз напомню, нам доставили всего за 2 дня. То есть для женщины это очень важно. Захотела,
купила, и очень хочется сразу его потрогать, сразу пощупать и примерить. Второе – это богатый выбор ассортимента на сайте производителя, на сайте продавца. Богатый выбор тканей, цветов – это то, что очень важно, потому что недавно мы сделали ремонт в нашей комнате. В принципе, она светлая, все подходит, но очень хотелось, чтобы постельное белье было очень гармонично. Третье – это, конечно же, качество. Ткань здесь очень плотная, хорошая, и повторюсь, что для меня это очень важно. Для меня это признак того, что белье прослужит мне очень долго. И четвертое – это, конечно же, цена. Изучив рынок, я поняла, что это не самая дорогая цена, не самая высокая цена. Вот. И, в принципе, среднестатистический человек, работающий, может себе позволить купить белье хорошего качества, не заплатив за это огромных денег. Анечка, посмотри, какое у нас новое постельное белье. Тебе нравится? Да. Хочешь попрыгать на нем? Да. Иди, прыгай. Thank you.